Ежедневные рейсы школьных автобусов, экскурсии, а скорые поездки в лагеря. Сотрудники Одинцовского отдела ГИБДД напомнили о правилах безопасности по перевозке групп детей. Что у нас зависит на безопасность дорожного движения, какие маршруты, как надо ездить. В целом, еще раз, прошли по постановлению правительства 1527, это организованные перевозки групп детей, довели моменты, которые возникают у нас в процессе, недостатки, и обсудили алгоритм действий для дальнейшей работы. Ввиду того, что у нас впереди выпускные вечера, также обсудили маршруты, поездки с представителями школ. Участники совещания обратились и со своими проблемами. Около 11-й Одинцовской гимназии родители ставят машины у ворот школы и тем самым мешают движению автобусов, затрудняют высадку и посадку детей. Хотел бы обратиться еще раз к родителям, которые привозят детей, ну не только в нашу гимназию, но и, я надеюсь, в другие гимназии, чтобы не оставляли на длительное время возле проездов в гимназию свои автомобильные средства. Это касается не только родителей, но и жителей, которые проживают рядом с учебными учреждениями. Кроме того, к учебным учреждениям должен быть обеспечен проезд спецавтомобилей, скорой, спасателей и пожарных. Это непосредственно касается и безопасности детей, которые инспекторы дорожной полиции уделяют особое внимание. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».